Я думаю, мне пора начать речь. Начать речь с татарского языка, с вашего позволения. Уран, Ривай, Катя. Думка, но волнуюсь. Миссис Гер, сіздер никак бейлэмі бэн чын кыбылдэн кыплым. Сізгер нык сэлэмэтлік зынгы бэрлэп тэлім. Кайгы хасрэт күрмэгіз бағлы. Бэхэтлі, мэхэбэтлі гайлэ тырмышында ешэгіз. Тәртіпі гайлэ бұлсын. Балалы бұлығыз, балағыз исан сау, сэлэмэт, акылы, мату, сэлэтлі бұлсынар. Табынларыңыз мұл бұлттырсын, тұрмышларыңыз бай болсын. Ұлым, зұр дәрежелі іштәштегіз. Тыршып іштеп алған ақсалар, ілерге күрген маллар бірекетлі пайдалы болсын. Ең матур бұлттырыңыз, бүтін кішіге үрден бұлттырыңыз. Ақылды, тәртіплі, тәуфиклі, ихтирамлы, İhtibarlı, buluşkan buluruz. Merhametlilik, şefkatlilik, iyiliklik bilin sizce. Ballarım. Balmıyız. Dokunmanam. Ve bunu boyu bir bölgesine yaratışıp, hürmet edip yaşayız. Diyenileriniz ne? Әбей бабаларығызны, бүтін туғанларыны ике ақтанды хірмәт етігіз. Юлларығызды кіл әйбәт кішілеріне болсынлар. Бүтін ішіреген ішілерігіз, ерген юлларығыз күмір бұйы қайырлы ұлысы болсынлар. Бәкітті, шатлықта, есәлік тасаулықта, үлсен күмір юлларығыз, тазалықта, байлықта. Менің тілеклерім, ана тілеклері, қабыл болсынлар. Амин. А сейчас я произнесу слово на русском языке. Улам Риваль, Катя, мы вас от всей души поздравляем с днем вашего бракосочетания. Мы вам желаем счастливой семейной жизни. Берегите семью, любите своих будущих детей, любите друг друга крепко-крепко, любите себя, но не будьте эгоистичны. Защищайте своих родителей, помогайте своим родителям. Живите большой любви. И как сказал немецкий философ Фридрих Ницше, любовь – это единственное, что делает человека сильнее, женщину красивее, мужчину добрее, душу легче, а жизнь прекраснее. Желаю вам прекрасной семейной жизни в согласии и в любви. И по татарским традициям мы сегодня вам как бы дарим, предоставляем, преподносим двух гусей. Это символ, где два гуся. Под аплодисменты можно встретить двух гусей. Вот, эти гуси – это символ верности и преданности в семье. Любите, цените друг друга, уважайте. Никогда не повышайте голос друг на друга. Будьте верны и преданы всю жизнь. Совет вам, да любовь. Что-то мне горько стало. Раз уж у нас сегодня такая, да, неформальная встреча все-таки, да, никакой официозности, хотелось бы все-таки у человека, который знает Риваля с самых маленьких лет, спросить такую вещь у тебя. Расскажите, пожалуйста, нам, какой был Риваль в детстве человек? Вот какую-то проказу его расскажите нам, пожалуйста. Возможно, он что-то натворил, что вам очень сильно запомнилось в душе. Вот, ну, раскройте небольшой вот такой секрет нам. Ой, я даже не могу сейчас вспомнить. Возможно, что-то было с танцами. Я знаю, что он с детства очень ответственный товарищ, очень строгий, особенно относительно своей сестры. Хороший у меня сын. Это бесспорно. Может быть, я люблю, горжусь своим сыном. Может быть, мы вас любим, Катя и Риваль. Живите в любви, в согласии.
Вот так вот. Ответственный парень. Аплодисменты. Не отходя далеко от темы, друзья, хочется слово предоставить, конечно же, и родителям Екатерины. Под ваши бурные аплодисменты мы бы хотели тоже пригласить вас на вашу сцену.